Ребятки, мы продолжаем играть. Продолжаем играть про маленькую девочку. Я надеюсь, ты меня поддержишь пальцем вверх. Игрушка просто вылетела, и я продолжал. Вот он. Вот он, страшилище. Так, я более-менее научился. Зажги свеч. Фонарь. Он все равно гаснет. Вон он бежит за мной. Бежит, бежит, бежит. А куда я тут спрячусь? Залазь, залазь. Он меня поймает. Он меня потерял. Он теперь меня ищет. Боже мой. Тут меня нету. Блин, где же я? Смотрите, какой он страшный. Тет-тет-тет-тет-тет-тет. А он как будто бы смотрит на него. Хорошо, что у него нету глаз. Блин, как же страшно. О, бежим дальше. Да ты как? Да как он меня поймал? Нет, это по сюжету должно быть так. Походу, что да. Он меня поймал, куда-то отнес. А, нет, не отнес. Продолжаем. Так, ладно. Вообще, по идее, пропустить бы этот момент. Ну ладно, мы еще раз переиграем. Это реально круто. Так, ползем, ползем. Нет, нет, ползи. Вперед, вверх, вверх, вверх. Все, сейчас обождем, ребят. Какой ты страшный. Пропустим этот момент. Так, ну это реально крипово. Отсюда давайте начнем. Сейчас должно что-то случиться. А, вот выбежал. Беги, беги, беги. Да как ты меня поймал, эй? Я так понимаю, мне надо было сидеть дальше пока что. Ладно, попробуем по-другому сделать. Так, короче, я опять лоханулся. Нам надо по-другому было сделать. Надо спрятаться сюда. Тут у нас не будут искать. Пока что тут сидим. Зря я на решетку залез в прошлый раз. Потому что я из-за решетки этой падаю. Сейчас он должен погнаться за ним. Отлично. Давайте выйдем. Странно. Давайте возьмем игрушку с собой. А что мне надо тут сделать? Все, я понял. Мы сейчас отодвинем. Кажется, там можно пройти. Я должен провалиться? Отлично. План сработал. Вон он, смотрите, шарится. А мы снизу. Вот он ковыряется. Так, осторожно идем. Пойдем дальше, наблюдаем за ним. Какие-то куклы тут. О! Что он делает? Он ложка? Он дурачок. Боже мой, он посмотрел в эту сторону. Ладно, идем дальше. А как дальше-то пройти? Я не знаю, дальше некуда идти. Так. Классный подкат.
Ребят, ну я не знаю, что делать дальше. Идем назад пока что. Так, отлично. Давай, ползи, 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 давай. Давай, пожалуйста, 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 пожалуйста. Фух. Получилось, походу. Эй! Нифига себе, рука такая длинная. Вы видели, он меня чуть не достал. Я думал, он не достанет. Куда-то ушел. Закрыл дверь за собой. Фу, вот это эпик. Жесть какая-то началась. Обожаю ужастики. Мне сейчас больше не фильмы вставляют, как игры. Куда он полез? Нифига себе, у него руки. Здоровенные. Он это может услышать. И он это сделал, он услышал. Да блин, ну. Не хотел так рано попасться. Так, мы начинаем отсюда. Надо как-то продумать план. Так, я не смогу толкнуть. Так, ну ты добежишь, допустим, до сюда. Что ты тут сделаешь? Тут тупик. Да кто там? Там тоже кто-то есть. Кто там, интересно? Непонятный. Так, ладно, если мы толкнем, начнется жесть. Нам надо толкать. Так, я тут спрячусь. Надеюсь. У меня найдет, нет? Пройди мимо, пожалуйста. О, боже мой, ему не нравится этот звук. Так, вот ты пойдешь. Куда-то уходит. Он где-то рядом. Блин, я думал, ты из-за звука меня не найдешь. Ладно, очередная попытка, как будет звон. Попробуем пробежать. А чё толку, блин? Мне надо как-то кнопку нажать. Чем я? Башмак надо взять какой-нибудь, башмак. Так, спрячемся, потом кинем башмак. Попробуем пробежать. Беги, 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 беги. Отлично.
Куда мне бежать? Часы меня спасают пока что. Так, пролезли. Я не вижу его. Крабкаемся наверх. О, какое-то фортепиано там висит. Так, зажги. Сейчас будем прыгать. Так, у меня идет, нет? Да блин, ну... Отлично. Идем дальше. Блин, все падает. Тихо, 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 тихо. Как он тут лазит-то? Так, надо ключ открыть будет. Нужно найти ключ какой-нибудь. Еще по-хорошему найти, где спрятаться можно. Что там делаешь? Подтягивается. Если я близко подойду, он меня заметит. Он книжки собирает. Как я пробегу? Ползи, ползи. Да нет, да ну нет. Да как ты так меня поймал? Блин. Так, в общем, мы поняли. Что надо делать? Быстро бежать. Руки его могут достать. Да как ты меня поймал? Так, ладно. Делаем все быстро. Попался. Так, ладно. Ладушки начинаем отсюда. Мне не найдешь. Сожги ты уже фонарик этот. Свет, блин. Свечку сожги. Блин, ты не можешь свечку зажечь, что ли? Да что с тобой не так? Ну, неужели? Да блин, спрячься. Где он?
Давай, давай, ползи ты, ползи, пожалуйста, ползи. Блин, как же я переживаю. Я не знаю, что тут делать. Этот ключ. Этот ключ, который нам нужен. Потуши свет и возьми его. Тебе надо как-то пройти нам. Ну-ка, попробуем. Ты так не пройдешь, что ли? Мне надо было дверь, что ли, открыть? Так, стол не может она сдвинуть с места. Ну-ка. Наверх пойдем. Вообще ничего не видно. Так, ну залезли мы наверх, и что дальше? Дверь-то мы не открыли. Что-то я заблудился. Да вы серьезно, что ли? Это типа конец? Ключик-то мы нашли. Я правда не знаю, что делать. Сейчас сюда придет. А я должен буду как-то пролезть, ну-ка. Блин, я помер. То есть мы поняли, что сделать надо. Нам ключ взять, короче, и удрать. Так, ладно. То есть ключ тут на месте. Сейчас мы его возьмем. Возьми уже ключ. Так, поставим сюда. Идем нажимать кнопку. Так, куда ты? Так, побудем немножко. Так вот он идет. Теперь надо бежать. Бежать, ребятки, бежать, бежать, бежать без оглядки. Ну как он меня заметил-то? Да елки-палки, блин. Ну, смысл мы поняли, что надо сделать. Последний раз попробую, если не получится, то все. Так, в общем, я буду тут сидеть. Надеюсь, он отвлекется на телевизор. Так, бежим.
Сейчас вроде нормально получилось. Так, неужели получилось, боже мой? Если ты поставишь локосик. Все, мы это сделали. Что он сделает-то? Он сам-то не будет прыгать? Вроде нет. Я ошпарился. И откуда я начинаю? Благо отсюда начинаю, ребят. Это уже будет в следующей серии. С вами Молдарид, ребят. Не играть в хорошие игры. Можете друзьям рассказать. Про канале будет реально много чего интересного. Ух ты, боже мой. Я с вами попрощаюсь, ребят. С вами Молдарид, и пока-пока. Мы тут отдохнем, тут тепло. В принципе, на мусоре можно поспать. До скорого.